С течением времени мусульманские династии отодвигали границы империи все дальше. К XIV веку под ударом оказался сам Константинополь. К его стенам продвигалось могущественное мусульманское племя родом из центральной Турции – османы. До XIV века это было лишь небольшое кочевое воинственное племя. Они жили в шатрах, объезжали лошадей на границах султаната и пробивали себе путь к Балканам. Они отобрали земли у восточных римлян и в 1299 году провозгласили свое собственное маленькое османское государство. Это и было началом Османской империи.